Всем привет, я продолжаю играть в террарию. В прошлый раз я завалил стену плоти, и у нас активировался хардмод. Так что сейчас первым делом, что мне надо сделать, так это пойти в Corruption и разбить демонические алтари, чтобы заспаунить себе в мир хардмодные руды. Так что, пожалуй, я пойду как раз этим позанимаюсь. Ау. Надо мне очень быть аккуратным. Тут, походу, у меня святые земли прям наполовину поверх пустыни, наполовину поверх ледяного биома. Это, конечно, не очень круто, что так все пересекается. Я надеялся, что такого хрени не будет происходить. Блин, но эти хардмодные мобы, они такие опасные. Это просто жесть. Одна минута. Жопа. А! А, надо падать вниз, тут безопасней. Отлично, кобальт. Так, надо полечиться сейчас прямо. Оп, и полечиться. Оу. Рей, ну-ка. Ага. И последний. Так, мифрил. И адамантит. Ага. Отличненько. Все руды стандартные. Ух ты. Фастклок. Ха. Для анха ингредиент. Вообще замечательно. Так, ну что, это все очень хорошо. У меня все стандартные руды, без всяких альтернатив, как я и хотел. Мир вообще полностью безальтернативный. Eater of Souls самый обычный, но ты смешной. Парень. Отлично. Кобальт. Мифрил, адамантит. Мифрил, адамантит. Разбиваем все, что можно. Спауним до хрена этих ублюдков, а потом сбегаем от них. А, как тут много этих алтарей. Хорошо, что этого молота хорошее отбрасывание. Ой, как тут все плохо. Не, ну я, конечно, я до хрена рут уже успел наспаунить. Но за алтари не боюсь, потому что у меня есть алтарь прям под домом. Вот его я ломать не собираюсь. И поэтому его я и буду использовать, когда мне надо будет что-нибудь скрафтить. Так, падаем снова сюда. Я их так всех очень по-умному обвел. Как лохов. Отлично. Ау. Не люблю замораживаться. Слаймер. И мой гроб. Как все жестко-то, ох. Пипец какой-то просто. Одно золото. О, мифрил. Или это кобальт. Я на самом деле их плохо различаю. Тем более там темно. Ну-ка, сколько у меня депозит? Квикстак. Вот так вот. Так проще. Ну что ж. Ну-ка. Как тут у нас дела обстоят? Я, походу, все сломал, что тут было. А, один тут остался. О, нет. И вот тут еще 4 штуки, да?
Вот тут еще один. Все-таки я думаю, что мне стоит их доломать. Потому что, чтобы руды было как можно больше, прежде чем я пошел ее искать. Уж чем больше руды, чем больше шанс, что я ее найду, а это хорошо. А еще один есть у меня корабль слева. Я не знаю, может туда сразу сунуться, но я думаю, мне нет смысла снимать, как я просто однообразно там убиваю эти алтари и бегаю туда-сюда. Если я буду умирать или что-нибудь еще будет происходить интересное, то я это включу в видео. А так, если нет, то увидимся, когда я все сломаю и буду готов отправляться в пещеры. Вроде как я сломал все, что видел. Так что я надеюсь, что все нормально. Но куда вы селитесь? Ты сюда, а ты сюда, как будто тупые. Серьезно. Надеюсь, никто из вас какие-нибудь там летающие острова или еще куда-нибудь не поселился? Вроде нет, это хорошо. Так, ну что ж, надо идти за рудами. О! Уже. Экстра шайни, хе-хе. Я не знаю, нахрена мне нужен кобальт, вроде он мне вообще не нужен. Потому что надо сделать наковальню из мифрила. Печь из адамантита и все инструменты, и оружие и броню тоже из адамантита. Так что кобальт, я не знаю, понадобится ли он мне вообще или нету. Или нет. Это тоже все кобальт, да? Да. Что-то мне лень так его добывать. Блин, а гигантские летучие мыши. Как... О, мифрил. Замечательно. Это уже другое дело. Ха, даже так, да? Тогда придется копать кобальт. Куда деваться? Ай, вылезь ты уже оттуда. Ой. Рыбка страшная. Да, мне, кстати, я еще совсем забыл, хочу попроходить квесты рыбака еще побольше. Чтобы... Хочу хотя бы, потому что их все пройти, поэтому надо их проходить как только будет появляться возможность. Ау! О! Охренеть! Ну ты уже не страшный, абсолютно. А вот ты страшная. Гигантская летула. Так, сколько надо кобальта на кирку? Я не помню. Сколько вообще надо кобальта на один слиток? Этого я тоже не помню. Мещи. Ой. Страшные пауки. Которые еще и плюются паутиной, мать вашу. Фу. Может быть где-нибудь кобальт вот прямо вот здесь вот. Ну-ка, сейчас я быстренько посмотрю, сколько его требуется для кирки. Потому что из этих всех трех инструментов можно сделать либо кирки, либо буры. Но я предпочитаю кирки исключительно потому, что они не такие шумные. Три. Нормально. О! Отлично. Абсолютно все одно и то же. Только у кирки еще есть отбрасывание. Так вот. Теперь надо добыть мифрила, чтобы добыть адамантита. Как все очень классно. Так, туз, 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 да. Так. Ну ладно, не... можно сказать, что неплохо.
Так, где у нас был мифрил? Где-то вот на... Где-то вот здесь вот он был. Ой, сколько мышей! Охренеть. Отлично. Это еще кто? Вурдалак? Упырь? Не знаю. 360 жизней. Он по хп он даже как будто и не хардмодовый. Хотя нет. Вроде хардмодовый. Это кто? Гранитный голем. Он не хардмодовый, у него это больше хп, чем у летучей мыши. Так, мне хватило 15 слитков на кирку. 15 умножить на 3, 45. Мне кажется, что... Не 45, ух ты, охренеть. Что не 45 у... То есть не по 3 у мифрила будет за слиток, а побольше. Так что, я не знаю, надо побольше будет его добыть. Ай! Ага, мифрил в стене. Это удобно. Но, учитывая то, что это паучье логово, неудобно. Ща накопаем. Там железо за ним, я так понимаю. Бесполезное. Так, из мифрила еще надо на ковальню сделать, так что надо еще, чтобы на нее хватило. 72. Не знаю. О. Миллипитерная еще штучка. Это тоже мифрил? Да. Надо не вздохнуться. Так, ну-ка. Ага. И вот этот блок. 95. Даже не знаю. Ай. Это что там? Это камень просто. Почему у меня такое ощущение, что адамантит также на открытых местах не будет? Ой, святые земли. Это нехорошо. Кобальт. Я еще адамантит даже не видел. А вот увидел. Ну ладно, предположим, что мне этого хватит. И проверим это. Так. Mithril Bar. Всего лишь 23. Это 10. А кирка. То есть я без этой наковальни даже не могу ничего сделать. Пока еще не могу. Ладно, еще надо подобывать, значит. Так, где я его мог еще встретить? Ну-ка, я его нигде тут не видел. Эмералд нет. Эмералд не то. Мифрил. Он такой даже на карте не столько зеленый, сколько такой какой-то немного бирюзовый. Вон там есть мифрил. Хорошо, туда, значит, и направлюсь. Я не думаю, что мне его еще прям так много надо. Я думаю, так, по фигне.
А нет, сюда не хочу. Ау! Мыши, уйдите! Ну, мыши. Ты чё? Вон он там, да? Ага. Это что, это хрень какая-то? Это какое-то серебро, да? Да, это серебро. Вообще бесполезно. А вот это что? Еще даже непонятно. Что это? Это золото, что ли? Да, это похоже на золото. Да, это всего лишь золото какое-то вообще. Так, копаем мифрил. Ну и думаю, больше мне ни того, не понадобится. Ни кобальта, ни мифрила, потому что адамантит и все. Только хардкор, только адамантит. Ух ты, вот этого я не видел. Ой. Эта хрень очень страшная. Вот это. Band of Regeneration. Ну да, как классно. Статуя гоблина, статуя глаза, статуя подсолнуха, люстры. И сваливаем. Надеюсь, эти хрени за ночь не прилетят. Кстати, вот это, пожалуйста, уберите с моих глаз. Так, accessories это сюда суем. Сундук поставим сюда. Так. Mithril bar. И Mithril Pickaxe 15 тоже. Как быстро я меняю кирки. Так нечестно, хотя насрать. Мне она нужна только для адамантита. Достаточно, чтобы сделать это мою адамантитовую кирку. Так, статуи. Она, конечно, в хреновом порядке. А статуя подсолнуха, да, у меня уже была, понятно, все. Так, ну что ж, пойдем искать адамантит. Это будет потруднее. Ну-ка. Потому что он встречается только глубоко. О, адамантит. Вот тут его я вижу так немало. Это очень меня радует. Так, аметисты в жопу. Так, надо найти вот такую фигню. Домик, через который проходит моя веревка, и там будет адамантит справа. Делаем просто все ориентиры, чтобы не потеряться слишком сильно. Так, спускаемся. Пока не то, ох, святые земли, ох, как это мне это не нравится. Ага, ой. Вон там. Перлстоун. Тут есть еще элементали будут, которые сквозь блоки, которые, нет, которые могут... Телепортироваться просто на... Просто... О, адамантит. Наконец-то. Так, а хрен ли у меня вот этого чела нету? Или он был у меня? Нет, похоже, у меня его не было. Это плохо.
по одному кусочку. Ну, конечно, это классно, да. Ох, а надо столько его накопать. Мне лень это делать. Это пипец как лень, но надо. Слизень. Ау. Ты какой-то ловкий. Soul of Light. Ха. Ух ты, кени стали красивые. Да что за говно? Почему я не могу туда залететь? Это что за блоки? А, это даже и не блоки. Ясно. Я не знаю, есть ли смысл снимать, только я просто тупо копаю кучу руды. Ой, как там неприятно. Чё, чёрные вдовы, они просто пипец какие опасные. Так, а чё у нас? Кусок адамантита нет. Всего лишь какой-то бесполезный рубин. Life Crystal. Угу. Так, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот. Ой, ой, ой! Зачарованный меч. Он даже души не дропнул. Ой, там сколько летучих мышей. Пожалуй, пойду-ка я отсюда. Вначале тот адамантит добуду, который был на моем халеваторе. Бронированный скелет. Я не помню, ключи для сундуков данжа, они упадают уже прям сейчас могут выпустить, или что-то еще должно произойти перед этим. А, два! Охренеть. Понаехали тут. Так, там медь. Это камень. Нет, это железо. А! Ублюдок. Он еще вернется, я почти уверен. А, я не то хотел сделать. Где мои блоки? Почему у меня нет блоков на хотбаре? А, нет, нет, нет. Так вот. Как же это глупо, что у меня нет блоков на хотбаре. Адамантит, иди сюда, кис-кис-кис. Сладенький. А, так. Ну, копай то, что надо, а не какие-то камни. Soul of Light. Ай! Hellfire? Что это? Это йо-йо какая-то очень классная. 49 урона. Я не знаю, насколько это классно. Наверное, классно. Да ставь их туда, куда я тебя прошу ставить. Вон туда мне надо пробраться. Ну что ж. 4 голды. Ой, ой, сколько там ублюдков. Это пипец. Только у меня адамантита 65 всего лишь. Мне надо очень много его. Желательно еще на все три шлема, на магический, ближнего боя и стрелковый. Ты, блин, мышь иллюминати. Мещ иллюминати. Иллюминамещ. Вот
Ой, да идите вы все в жопу. А хп-то как мало. 4 секунды. 3, 2, 1. Лечение. Спрыгни-то уже в лаву. Ну, по-братски. Отлично. Так, где адамантит? Там, да? Надо копать мне вон туда. Ух ты, какой-то охреневший, да? Ага. Как-нибудь вот так вот сделаем и вот так вот. Ага, теперь вот сюда. Блин, святые земли, это не круто. Пока что на данном этапе моего развития физического. Да блин, ну как ты поставил криво? Поставь факел куда-нибудь. Ага. Тебе надо вот так вот копать. Чтобы лаву не побеспокоить и добыть адамантит. О, там эти кристалл шарды. Вроде так они называются, я не помню. Да, ты спаунишься где-нибудь там, где ты не можешь до меня добраться. Молодец. Вас уже двое, да? Я вас всех обманул. Вы теперь обманутые. Живите с этим, Палладий. Чё? В смысле? Каким образом здесь может быть Палладий? Это как? Блин. Это я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Такого хрена он ко мне телепортировался, но более всего, каким образом в моем мире есть Палладий? Ща разберемся. Так, ну-ка. Где вот Палладий? Что за бред? И кобальт рядом. Что? Чё за хрень? Как это вообще возможно? Музыка это играет странная на фоне. Мне это меня это настораживает. Так, адамантит, он встречается часто в аду. В аду сейчас намного безопаснее. О, вот тут до хрена его. Так, где будет гранитный биом справа, и потом большое такое открытие, там еще лава. Вот там надо мне повернуть влево. Ладно, с Палладием потом разберемся. Пока не до этого. Спускаемся снова вниз. И вот здесь вот поворачиваем влево. Опять святые земли. Ну, почему? А, вот тут вроде уже не святые. О, прямо тут адамантит. Я его не видел вроде. К
Короче, ладно, я буду его искать и копать, и когда что-нибудь интересное произойдет, я продолжу.